Тайный рецепт краснодарского повара раскрыли местные полицейские. Впрочем, попробовать супы и картошку с пикантной приправой так никто и не решился. Килограмм. Контрабанду кулинар заботливо упаковал в банки с порошковым пюре. Таким образом, он пытался пронести марихуану в изолятор временного содержания. Наркотики, как посчитал мужчина, должны были скрасить будни попавшего за решетку брата. Кто здесь находится? Я не знаю. Без понятия. Меня попросили передать. Кто попросил? Соседи. Что за соседи? С улицы смотрят. Теперь шутят полицейские, у них вся семья в сборе. Задержанный за попытку сбыта конопли и его брат оказались на соседних нарах. Свои кулинарные эксперименты, но только в рамках закона, они смогут продолжить уже на тюремной кухне.